Мужчина сказал, что для конспирации купюры нужно завернуть в пакет и выбросить в окно. Лжеофицер убедил пенсионерку в том, что деньги заберет его знакомый. Пожилая курянка выполнила все указания и отдала мошенникам последние сбережения. Когда все закончилось, она задумалась о происходящем и решила позвонить родственникам. Выяснилось, что молодой человек находился дома и ни в каких авариях не участвовал. Потерпевшая обратилась в полицию, и по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленников ищут.